Каждый раз, когда я готовлю, не думаю о том, что это попусту потраченное время, а считаю это инвестицией в себя и в свое здоровье. Готовка – это всего лишь навык. И чем больше я это делаю, тем меньше времени и ресурсов мне нужно для того, чтобы повторить это же блюдо. Например, хлеб я готовлю практически на автомате раз в 3 дня. Но в первый раз мне показалось, что это так тяжело и так муторно. А вы как считаете, готовка – это инвестиция в себя или попусту потраченное время?